телефону. Конечно, давай тогда пошла тут запись блогера. Едем домой от бабы. Все, закончила. Посмотрите дорогу. Тут темно. Немножко. Ну, вполне можно хотя бы что-то разглядеть. Ну да, вполне что-то видно. Поздоровайся. Привет. Всем привет. А куда ты едешь? Домой. А откуда? Чё? Откуда едешь? От бабы, я уже это говорила. А-а-а. Сейчас мы еще с тобой заедем в аптеку по пути. В аптеку? Да. Для Шани? Да. Шаня там сзади сидит. Включи. Шаня лежит там, больная. Выздоравливает. Обычно эти афиши там висят. Их развесили уже по всему городу и даже за городом. Эти афиши. Билборды. Чё? Билборды их еще называют. Рекламные. Да, я их называю просто афиши. Так афиши же это когда выступление артиста. Рекламируется. Так. О, такой автобус я довольно редко вижу. А мы куда? В аптеку я побежала. Одна? Да, вы посидите. Ладно, мы с Шаней посидим наедине с собой. И с подписчиками. Да. Ну только вы можете быть даже в другой стране, наверное, если вы не русский. Ну, а если вы русский просто в другой стране, то тогда, ну ничего. Большинство путешествуют. Шаню не видно вообще. Сегодня Шани и Лаки, кот бабин, поругались. То есть я открыл дверь, Лаки увидел Шаню и начал свое кошачье поведение перед собакой. Не знаю, что с Шани было. А еще, когда я открыл дверь, ну потом закрыл и увидел, что Лаки ее тащит вперед, я ее тут же закрыла, а Лаки продолжал ее тащить, чтобы напасть на Шаню. Конечно, Шаня, прости. Ну, блин, это икота. Все, ждем маму. Мама мне в детстве разрешала посидеть за рулем. Вы видите эти фары, наверное, как просто два прожектора. На самом деле их четыре. Просто камера такая. Ну, на чё тут смотреть? На Шаню?
везде эти огоньки горят. А вон красиво, правда? Это я перевернулся. Ничего. Ждем маму. Ничего. Просто ждем маму. Иди. Все. Кстати, следующее видео одноминутное будет таким коротким, но необычным. О том, что я сегодня узнал. Но это тема для другого видео. Кстати, помните, я видео снял на то, что этот год пускай не будет годом тигра, а пускай он будет годом кота. Мама там в белом. А, нет, это не она. Я маму часто путаю с другими тетями. И... Опять фары. Я новое видео сниму раньше. Я новое видео сниму позже, а выложу раньше. Уже почти более пола. Все, осталось мне одна минута снимать. Я выключаю камеру на новое видео про антиподы. Потом расскажу, что это такое. Но я про них сегодня узнал. Я уж, блин, хочется рассказать. Но это в другом видео. А в третьем видео, то есть во втором, я буду уже дома. Почти все, мама уже, наверное, выходит. Сейчас закончу быстренько. На чё тут и смотреть-то? Ни на чё. Ни на чё. Ну, всё. Всем счастливо. Счастливой. Нет, не дня, а вечера.